SCP-728. Комната Вечности. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-728 следует содержать в хранилище класса 4 в секторе засекречено. К настоящему времени объект не выказывал активности, поэтому каких-либо мер, за исключением стандартных процедур безопасности, для предотвращения несанкционированного доступа не требуется. Описание. SCP-728 представляет собой стандартный грузовой контейнер с размерами 12,19 на 2,44 на 2,9 метра. Снаружи объект выкрашен в красный цвет. Видны некоторые признаки повреждений из-за атмосферных воздействий. Маркировки и числа, нанесенные на контейнер, совпадают с системой используемой данной длины, хотя ни на один из контейнеров не было нанесено подобных обозначений. Анализ материала, из которого состоит контейнер, показал, что объект сделан из земных металлов. Однако для создания грузовых контейнеров подобный сплав обычно не используется. Внутри объект похож на обычный грузовой контейнер, за исключением постоянных температур и освещения, которые находятся на комфортном для человека уровне и которые невозможно изменить никакими средствами регуляции. Когда двери контейнера закрываются, время внутри него начинает идти отлично от остального мира. Различия невозможно предсказать заранее. Время может как ускориться, так и замедлиться, а в некоторых случаях имеет место движение вспять. Любое оборудование, которое можно использовать для регистрации течения времени, например, секундомеры, внутри контейнера работают нормально. Однако после открытия двери подобные устройства ломаются, перестают функционировать, и все записанные ими данные стираются. Это распространяется на все данные, записанные, пока двери были закрыты. На данный момент не найдено каких-либо способов противостоять этому. Воздействие не подвергаются лишь записи, сделанные с помощью ручки и бумаги. При этом единственным надежным методом регистрации течения времени внутри SCP-728 является человек-наблюдатель. SCP-728 уязвим к урону, как и любой другой объект, сделанный из данной удалены. Если проделать в контейнере отверстие, действие основного эффекта прекратится. Однако любые причиненные объекту повреждения через случайные промежутки времени отменяются. Возможно, это побочный эффект свойства SCP-728. Протокол экспериментов. Проведенные эксперименты заключались в запирании субъекта/субъектов внутри контейнера на определенный промежуток времени, после чего прошедшее снаружи время сравнивалось с течением времени внутри. Измерение велось обычными часами. Дата 07.06.2000 засекреченного года. Исследователь доктор Секречина. Испытуемый D7466. Прошедшее время снаружи 5 минут. Прошедшее время внутри 2 часа. Дата 07.06.2000 засекреченного года. Исследователь доктор Секречина. Испытуемый D7466. Прошедшее время снаружи 1 час. Прошедшее время внутри 1 минута 30 секунд. Дата 07.06.2000 засекреченного года. Исследователь доктор Секречина. Испытуемый D7466. Прошедшее время снаружи 1 час. Прошедшее время внутри неизвестно. Примечание исследователя. Мумифицированное тело испытуемого находилось в сидячем положении напротив задней стенки SCP-738. Исследования показали, что ему около засекречено лет. Руки испытуемого были повреждены. Имелось множество переломов и разрывов тканей. Правая нога была сломана. На двери SCP-728 было обнаружено органическое соединение, идентифицированное как данные удалены. Дата 07.06.2000 засекреченного года. Исследователь доктор Секречина. Испытуемый D9558. Прошедшее время снаружи 1 час. Прошедшее время внутри неизвестно. Примечание исследователя. Когда SCP-728 был открыт, испытуемого внутри не оказалось. Испытания приостановлены.
Да, там 10.06.2000 засекреченного года. Исследователь доктор засекречено. Испытуемый D9558. Прошедшее время снаружи 66 часов. Прошедшее время внутри неизвестно. Примечание исследователя. Когда у испытуемого спросили, сколько прошло времени, он был абсолютно уверен, что дверь и не закрывали. Дата 10.06.2000 засекреченного года. Исследователь доктор засекречено. Испытуемые D9558, D8627, D4513. Прошедшее время снаружи 1 час. Прошедшее время внутри неизвестно. Примечание исследователя. Испытуемые были заперты внутри SCP-728 с запасом продовольствия на 5 лет, а также с запасом тетрадей и ручек. Испытуемым были даны указания записывать свои ощущения во время пребывания внутри объекта. Когда контейнер открыли, все трое были найдены мертвыми. Испытуемые D9558 и D4513 были сильно избиты и, очевидно, умерли от полученных ранений. Их тела были выпотрошены и, судя по полученным данным, подвергнуты атакам данной удалены. Испытуемый D8627 скончался от извлечения внутренних органов, которые он, по всей видимости, провел сам себе. Похоже, что записи нормально велись в течение засекреченных лет, после чего они начинают медленно ухудшаться до неразборчивых фраз. На стенах SCP-728 также были обнаружены подобные надписи, сделанные кровью и фекалиями всех трех испытуемых, хотя, судя по отпечаткам пальцев, наносил их только D8627. Анализ экскрементов показал, что во всех трех случаях они, скорее всего, были взяты напрямую из данной удалены.